Как раз броня. Хорошо. Не, ну давай без этого. Ну давай без мин. Давай я хотя бы возьму эту фигню. Оп, 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 ушел. От бабушки ушел, от мины ушел. От змея не ушел. Хорошо ты завернул. А вот теперь реально не хватило огневой мощности. Ну это, наверное, уже конец уровня, скорее всего, потому что под конец уровня обычно начинается там прям холокост. Так что, скорее всего, я почти прошел. Ну, уничтожайся, что он тупит-то? Никак не может никого убить. Надо было миниган грейдить. Хотя против этих штук миниган не очень хороший. Хотя ладно, кому я вру, миниган всегда хороший. В любом случае прогрейдить бы его не помешало. А я прогрейдил что? А я не помню, что я прогрейдил. Да хорош меня дамажить. Пост хорош меня дамажить. Так, в этот раз только... Нет, откуда столько урон-то я получаю? Чё за пипец? Откуда я получил столько урона только что? Меня ничего не дамажило. Хотите сказать, что эти ныряльщики, что ли, меня продамажили-то? Я не хочу... в это верить. В любом случае. Да хорош уже. Куда деваться, червей? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. А от этой хрени тоже куда деваться? Это тоже был червь, кстати говоря. Да нет, это не водолаза так дамажит. Водолаза так не дамажит. Хотя нормально на дамаже. Опять ты. Ну точно конец уровня. Ну точно конец уровня. Уже 100%. Раз уж эта хрень тут появилась, значит осталось только ее пережить и все. Конец. Ну хотя бы расширение коридора. Тут правда раздвоение этого коридора опять-таки идет. Ну ладно, пока живем. Да подохни ты уже по-хорошему. Деваться-то некуда, блин. Меня уже начинает таранить. Не, ну торпеды, ну торпеды. Не надо меня так дико торпедировать. Я уже самое страшное в своем мозгу пережил. Так что это, давайте мне чекпоинт и броню. Спасибо, да. Экстра кэш, это то, что нужно. Я хотел чекпоинт и броню. Вы разницу вообще видите? Вот мне это не нравится. Пошла какая-то хрень. Да чтоб тебя, чтоб тебя. Не хочет уничтожаться просто ни в какую. Так. Так, этот будет здесь или где? Я забыл. Шар этот. Так, погоди. Шар, не шар. Я все забыл. Да, шар здесь. Ой, как все хреново-то. Нормально наполучал от души.
Понятно, что ко мне прилетало. А я даже не видел. Я даже не видел, что она меня сзади из-за экрана уже догоняет. Теперь все ясно. Можно дамага меньше получить. Чем я это делал в предыдущие разы? Так. Какие вы крепкие пошли, а? Вроде уверенно весь уровень шел, а теперь какие-то крепкие пошли. Ну понятно, этот шар мы не уничтожим, у нас не хватает огневой мощи. Не та сборка, все дела. Поэтому надо быстренько его обходить. Ну не быстренько, а так нормально его обходить. И главное избежать попадания этих хреновин в задницу. Ну и в передницу, блин, тоже нахватал две штуки. О, видите, пошло дело. Охренеть, как он пуляет. Полчаса еще пуляет. Из-за экрана откуда-то. Парень, иди в сраку. Тут и так мин хватает, не видишь, что ли? Минный сральщик, блин. Да хорош! Все. Считайте, я выжил. Все, откопайтесь от меня. Я пока губежку почешу. Ага. Ага, хорошо, да. Ага. Парень. Со своим шариком катись куда подальше. Может, ты умрешь? Не, не умрешь. Ну, ладно. Ну, куда уворачиваться от этих хреновин? Вроде есть. Я, пожалуй, наверх пойду. Хотя... Какая разница, везде задница. Да все, пошел вон. С тобой неинтересно, ты плюешься минами. О чем с тобой разговаривать? Хорошо нахватал всех торпед прям вообще. Всех торпед на этой карте нахватал только что. Опять самые червяки, которые крутятся. Сейчас еще эта пушка будет плеваться минами. Давайте без такой жары, господа. У меня здоровье кончается. Я даже не вижу, чем вы там в меня стреляете и как попадаете. Давайте без жары. Я пока ухо почешу. У меня все чешется уже от вашего экшена. Ну, я же говорю, пошла третья мировая, значит, mission complete. Пара-пара-па-па-пам. Ой, только не говорите, что я, конечно, аквалангист с миниганом. Да, не просто с миниганом. Полный набор. О, господи. Какой кошмар мне предстоит испытать. Хотел что-нибудь купить, да фиг там был. Ну, парень. Да... Ядрить, коптить. Это просто ядрить, коптить. Какие-то знаки под водой дорожные.
Это дорожные войны, я понял. Точно. А можно мне броника, а? Не? А то я уже надамажился нехило так. Нельзя брони. Ладно. Ловлю все снаряды просто в лицо. Тут уже точно лицом ловлю. Это просто аквалангист. 20 мегатон там, я не знаю, в секунду в тротиловом эквиваленте. Это просто аквалангист стреляет, да. Приплыл тут. Микроб. Начал все уничтожать. Да-да-да, я сейчас туда попрусь, ага. За слитком золота, за дурацким. Конечно, там может быть и сотня тысяч золотом в одном слитке. Ну, теоретически. Но проверять неохота. Опять ты, ссаный... Ссаный шар. Да. Потому что ты шар. Добавок ссаный. Поэтому я называю тебя ссаным шаром. О, господи, какая это срань будет, а? Какой же это будет сраный уровень? Спасибо, что решили порадовать меня шаром. Позма говно, вот как я тебя буду называть. Слишком сложно. Ладно, надо по-другому. По-другому это слишком сложно. Шар, да. Я буду называть тебя шаром. Угу. Неожиданно. Я знаю. Это неожиданно. Да я даже не вижу себя. Из-за всего этого экшона, который у тебя из пукана, судя по всему, вырывается. Все, не ловим снаряды. Нам еще жить. Надо как бы попытаться выжить. Не, больше всего бесит тут реально. Больше всего бесит отсутствие счетчика в процентах. Потому что нет здесь этого модуля, потому что это не мой корабль, это даже не корабль. Ну что это было? Что это было? Большое, блин, спасибо. Перерыв.